Доброе утро. Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии «Сирена на весне» композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ, ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Поле зыблится цветами, в небе льются светом волны, вешних жаворонков пенья голубые бездны полны. Какая ночь, на всем какая нега,
Благодарю, родной полночный край, из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. И я вас хочу поздравить всех, много праздников сейчас.
неделю еще более праздник для нас радостный. Пасха. И самый главный праздник наступила, наконец, весна. Весна долгожданная в этом году. Поздно она пришла. И все-таки пришла. И солнышко светит, и ручьи бегут, снега тают. Пробуждается природа. Самое прекрасное время года. Вот я очень люблю весну. Я считаю, что когда происходит обновление всего, обновление природы, токи жизни идут, то это восхитительная пора. И недаром многие родились в весеннее время. Знаменитые композиторы, писатели, поэты. Многие любили весну. И действительно, весна – пора вот особого совершенно настроения. Я думаю, вот, кто сейчас слушал музыку Петра Ильича Чайковского, по-моему, лучше выразить вот то самое давление весеннее, то самое настроение удивительное, которое весной нас всех посещает. Я думаю, это поразительное время года. И, конечно, недаром, скажем, великие композиторы, такие как Вивальди, создал вот этот цикл «Времена года», цикл концертов, совершенно восхитительных, где весне посвящено одно из таких вот мест очень значительных. И мы можем вспомнить, конечно, и ораторий Гайдна, «Времена года». Да и вообще много можно вспоминать музыки, потому что прекрасные музыки созданы действительно. Вдохновленные композиторы, вдохновленные весной, создавали свои произведения. Ну и, конечно, поэты прославили весну. Поэты, которые, ну, я думаю, что лучше, скажем, чем выразил словом Александр Александрович Блок, вряд ли, или Сергей Александрович Есенин, или, конечно же, наш Александр Сергеевич Пушкин. Это поразительное ощущение, предвестие вот всего самого лучшего, что происходит в жизни, зарождение жизни, тока жизни, который потом в природе оживает, природа вся, оживает человеческое чувство, оживает все самое лучшее в человеке создано. И вот здесь, конечно, слово весны. И я так думаю, что мы сейчас, вспоминая, что в нашем клубе существуют давние традиции, разные традиции, но одна из традиций совершенно великолепная. Мы последние, может быть, десятилетия, 15-летия постоянно слушаем золотые страницы русской поэзии. Действительно, что может быть лучше написанного Пушкиным? Тоже произведение, скажем, Евгения Онегина. В стихах. То, что потом Петр Ильич, он, кстати, не назвал оперу, вы знаете, да, а назвал как? Кто-нибудь мне подскажет, может быть. Сейчас все вспоминают, как? Что написано в клавире оперы Евгения Онегина? Лирические сцены. И действительно, вот удивительный пример очень точного ощущения жанра, который определил сам композитор. И мы хотели бы сейчас услышать именно поэзию. Поэзию, страницы великой поэзии. Я приглашаю на сцену, читает артист Андрей Гетман. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года, синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно. Или не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной сближаем думаю смущенной мы увиданье наших лет, которых возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о мне. Вот время, добрые ленивцы, эпикурейцы, мудрецы, вы, равнодушные счастливцы, вы, школы Левшина, птенцы, вы, деревенские пьямы, и вы, чувствительные дамы. Весна в деревню вас зовет, пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. Поля, друзья, скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих и на почтовых. Тянитесь из застав городских. Ходят грачи в полосе,
никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, в луга иду бравы, я одурманен весной. Радуют тайные вести, светятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою. Сыплет черемуха снегом, пойте вы, птахи, в лесу. Ополю зыбистым бегом пеной я цвет разнесу. Итак, приезжайте к нам завтра, не позже. У нас васильки собирают хоть охапкой. Сегодня прошел замечательный дождик, серебряный гвоздик с алмазной шляпкой. Он брызнул из маленькой-маленькой тучки и шел специально для дачного леса. Раскатистый гром его верный попутчик над ним хохотал, как подпивший повеса. На Пушкина в 9 идет электричка. Послушайте, вы отказаться не вправе. Кукушка снесла вашей рощи яичко, чтоб вас с наступающим счастьем поздравить. Не будьте ленивы, не будьте упрямы. Пораньше проснитесь, не мешкая встаньте. В кокетливых шляпах, как модные дамы, в лесу мухоморы стоят на пуанте. Вам будет на сцене лесного театра вся наша программа показана разом. Чудесный денек приготовлен на завтра, и гром обеспечен, и дождик заказан. Когда Шопен написал еще только второй опус,
и его услышал великий Роберт Шуман, он сказал знаменитой фразой, это вы знаете, шапки долой, господа, перед вами гений. И действительно, вот Шопен писал мазурки на протяжении всей своей жизни. Ну, вы, наверное, знаете, что он написал 58 мазурок, причем 58-ю мазурку он посвятил Марии Шимановской, тоже великолепной совершенно пианистке, композитору. К сожалению, вот мы как-то мало знаем ее музыку, но это вот досадная такая случайность, видимо, мало интересуемся, может быть, этим. А она была великолепной композитор и пианистка, и вот ей Шопен посвятил 58-ю мазурку. Но вот те мазурки, которые я вам сыграю, шопеновские, это мазурки, написанные в средний период творчества. Это мазурки очень интересные, есть великолепные издания Погоревского, и вообще ведь работает, вы это знаете, шопеновские. Институт исследования творчества своего великого соотечественника. И там есть такая очень интересная ремарка, что Шопен в своей мазурку, он несколько автографов оставлял, и вот, значит, один из автографов его хранится в Парижской консерватории, а еще один автографа той мазурки, которую вы услышите, хранится в обществе друзей музыки в Австрии. И также есть версия того, что вот автограф Шопена, он был в собрании из раньше композиторов много имели своих друзей и соотечественников музыки в своих библиотеках. И вот этот автограф хранился в библиотеке у Брамса, у Ганса Брамса. Вот я вам сыграю две мазурки Фредерико Шопена. Thank you.
как серенада. Ну, мы вспоминаем, конечно, да, серенады разбивали под балконами прекрасных дам, играли ансамбли, звучали голоса. Вообще, в переводе, вы знаете, с итальянского серенада – это вечерняя песня. Но не только вечерняя, мы можем вспомнить серенады вот Моцарта. У Моцарта много серенад, 13 серенад. И вот самая последняя, 13-я, очень известная серенада. Все знают, да, маленькая ночная серенада. А, ну, конечно, серенады Франца Шуберта незабываемые. У него есть прелестные совершенно две серенады для голоса и рояля. И, кстати, очень много из и переложений разных для разных составов. Серенада вечерняя и серенада утренняя. Совершенно удивительная. Утреннюю серенаду сделал транскрипцию Ференц Лист. И существуют и другие транскрипции, но это, конечно, совершенно удивительные произведения по глубине, по образному наполнению, по тому, как это сделано. Ну, Шуберт вообще можно только сравнить, наверное, или с Шуманом, Робертом Шуманом, который совершал такие открытия в области гармонии, в области мелодики. И поразительное внутреннее содержание, очень трудная музыка Шуберта исполняет, так же, как и Роберта Шумана, требует очень много от музыканта, требует того, чтобы музыкант не только знал какие-то произведения, которые он играл, чтобы и знал все творчество этих великих мастеров, композиторов. И, конечно, сама по себе вот серенады Брамса, конечно, можно вспомнить, серенады Брамса тоже, это поразительная музыка. И вот так случилось, что вот я вообще, я вам говорила, что я очень люблю весну, и это особое время года для меня. И так возникло несколько лет тому назад весна в образе вот такой серенады, я написала серенаду весне. И она прозвучала однажды на фестивале, современном фестивале «Шведская музыкальная весна». Ну, шведы особо играют, я бы сказала, как-то удивительно наполнены, и вместе с тем по-своему. Ну, шведский менталитет, вы понимаете, что совершенно иное, конечно. Ощущение природы у них совершенно иное. И вот я хотела, чтобы, поскольку у нас сегодня и тема обозначена «Серенада весне», чтобы фрагмент вы послушали в исполнении шведских музыкантов. Они играли это в Стокгольме на фестивале «Шведская музыкальная весна». Я попрошу дать. Первая часть там называется «Пробуждение». Thank you.
посвящен премьерам. Например, день премьер, но у нас премьеры вообще часто и все время, как говорится, и мои друзья-композиторы, мои, как говорится, коллеги, они очень часто в этом зале выступали, показывали свою новую музыку. И надо сказать, что помимо премьер, которые были в каждом, каждой встрече, еще был отдельно день премьер, где были театральные премьеры, музыкальные, художественные, то есть очень разнообразные всяческие премьеры. Было посвящено специально вот этому встреча. Но также в течение 9 лет мы совместно была акция с Московским союзом композиторов и с фестивалем, международным фестивалем «Московская осень», когда мы делали программу вместе, и 9 лет вот я представляла, помимо уже других лет, я представляла и программы, и авторов, и рассказывала об авторах. То есть это был постоянный, такой постоянный день премьер. Ну, а вот еще циклы, которые, допустим, у нас проходили через несколько лет, и причем с разным наполнением, были посвящены музыкальным параллелям, например, как говорится, такой цикл был. «Русские музыканты и художники», такой цикл. Вообще, очень трудно рассказать емко о тех встречах, которые были проведены за 40 лет. Как вы понимаете, это невозможно совершенно. Так что сегодня мы выбираем просто отдельные, как отдельные такие странички клуба, вот, которые уже в нашем доме так много лет проходил. И я хочу представить, у нас сейчас будет как и второе отделение, и вот конец первого музыкальное приношение. Вот педагоги, музыканты подумали принести клубу какие-то свои работы. И сейчас я хочу представить слово профессору Российской академии музыки, профессору Лондонской академии, это Мильда Михайловна Агзарян и ее ученицы. Пожалуйста, я хотела пригласить Мильду Михайловну. Пожалуйста. Михайловна, вот только сейчас в Цидри состоялся у нее огромный фестиваль, тоже несколько дней был, когда центром притяжения была замечательная музыка и исполнение на арфе, но не только на арфе, масса ансамблей, ансамблей музыки, да? Но я предоставлю слово Илье. Спасибо, добрый день. Мне выпала миссия, как бы, такая почетная и непростая — приветствовать клуб и своего давнего друга Татьяну Георгиевну Смирнову с вот таким знаменательным, знаменательной датой. 40-й сезон заканчивается клуба, который, можно сказать, без преувеличения, явление в нашей жизни музыкальной, потому что, чтобы музыкант с таким уровнем, с таким диапазоном возможностей, с таким творческим горением, с энциклопедическими знаниями, без преувеличения, столько лет посвятил, столько времени, сил душевных, физических и всяческих других, именно этой деятельности просветительской, слово, которое постепенно уходит из нашего обихода, но тем не менее, без просветительской деятельности невозможно ничего. Обязательно должен кто-то, кто несет все то, что накоплено, несет молодому поколению, слушателям, иначе кто же будет слушать наших исполнителей, кто будет понимать, язык музыки очень сложный, вы сами это прекрасно понимаете. Вот Татьяна Георгиевна на протяжении многих лет, ну и